Добрый день, дорогие зрители! Вы на канале, где каждый день мы рассказываем самые интересные новости из мира знаменитостей и звезд. Не забывайте подписываться, ведь новые сюжеты появляются каждый день. Ушедшее лето стало очень печальным для всего мира российского кино, сцены, театра, искусства, ведь именно за это время мы успели потерять очень многих ярких артистов, которых теперь так сильно не хватает поклонникам. К огромному сожалению, сегодня, 1 сентября, стало понятно, что череда потерь вовсе не прекратилась. К огромному сожалению, навсегда ушел известный советский и российский актер. Человек, который своей профессии отдал десятилетия. Мы прощаемся с Владиславом Зайченко. Весть о его уходе рассказали ближайшие коллеги, которые сообщили, что навсегда запомнят Владислава как крайне убедительного, обаятельного и многогранного актера, которого успела полюбить буквально вся публика. Это случилось в возрасте 74 лет. И вот, к сожалению, пришла эта печальная весть. В 84 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР и сыграл сотни ролей в театре. Мы приносим соболезнования всем близким, поклонникам и родным. Каждый день на этом канале говорим обо всем, что произошло в мире знаменитостей. Не забывайте подписываться, ведь новые сюжеты выходят каждый день.